Поехали туда, кино. Лёх, уйди, уйди нахуй. Уйди, блядь, она сейчас... Уйди, Лёх! Sorry. Вы опять сэмку фокусите вместо рапира? Мы нет, опять ебали, ребят. До свидания. Хорошая игра. Ну, это было близко. На его подождать смог сходить? Да. Проблема все-таки не в ибахе была, правильно? Ну, получается, да нет, с Андрюхой реально выглядит фьючер. Реально думали, мы победим? Ой, я вслух сказал. Грубиян. Я стрелял ОД, да, тоже. А, Андрюха, отличный выбор. Я тебе минус 25, ебаный рот. Чувак, да. Чувак, давай ты не будешь вот опять дизморалик, йоу! Привет, Лёх. Здорово, Лёкс. Как дела? Нормально, чётко. Мнения разделились. Вы знаешь, почему мнения разделились? Очень. Потому что Игорь винит меня в своих, своих неудачах. Отсасывает он, а винит тебя? Отсасываем мы, не, а винит мы, он да, меня. Мы раньше убеждали, но потом пришел Андрюха, и у нас лустрик уже 5, по-моему. Четыре. Просто совпадение? Совпадение. Ваня уже не выдержал игру назад. Он нет, покинул. Ребят, это полнейшее говно. Я вообще не понимаю, почему эта коалиция собрана да, против меня. Я сейчас, блядь, покажу. Я сейчас посмотрю, как надо. Покажу, как надо ебурить. Все, блядь. Может, у вас несовместимость имен просто. Завалите ебальники свои. Сейчас я буду, блядь, ебошить так, что... Охуй... Ты меня первым машиной играешь на мобиле. Отличный игрок в начале файта. Отличный заход. Планирует наверстать. Чуть позже. Анскильный тупой хуесос. Откуда у тебя шестка? А, да. Тебя же бустит, я забыл. Ты уже жирными пальцами по один клавишу попасть не можешь. Давно не видел от тебя нормальные игры. Спасибо большое за донат. Крипов не убивайте. Да, все как есть пример. Ну ничего страшного, я потеряю сейчас немножко рейтинга, потом Хакон возьмет на аккаунт и забустит, как обычно. Блять, как же кайфово стримить, когда не нужно альтаваться. Как же ёбаный в рот, я и не ожидал, что будет настолько хорошо. Но вот реально, Вавантавиус правильно говорил, что нужно еще четвертый моник для того, чтобы там был сайт с доставкой еды, типа за. Ваня, есть ствол? Нет. Кабач, есть ствол? У меня есть ствол. Подойди-ка. Иду. Тут второй шлем в этом ангаре. Ты нашел третий шлем, третью броню, что ли? Серьезно? Ваня, третий шлем надо будет. Шлем, броня. Ебашь голову. В голову ебашь. Блять, нам стреляют с другой стороны. Погоди, погоди, не готов. А где коряк? Тут броник еще. Ебашь голову, ебашь голову. Дай мне что-нибудь. Вот ну, шлем третий дал сейчас коряк скину. Он не скинул. Давай в голову, в голову. Патрики. Ты зачем? Ну быстрее. Еще, добивай. Я срать пойду, нажму спектатинг и пойду. Ну, блядь, хуёво, добей! Всё, в пизду. О, смотри, это человек? Да, да, Лёх, это он! Красавчик, ещё ему, ещё! Ещё! А где душить, был? Душить, а Лёля, душить! А где человек? Бегает там по берегу. Сейчас, зайка, подожди! Да ну подожди! Да ей сейчас. Пусть она постреляет сама. Может тянется. Блин, если я, блядь... Ой, всё. Доедем, право, Лёша, давай. Доедем. Право, давай. Я самый калёненький. Право давай, наверное. Я всё, дайте вылезу, дайте вылезу! Стой! Зачем вылазить? Разбегайтесь. Не вылезай. Ебать тебя дышка, Андрюх. В тазике моется? Не знаю. Спроси у него. Я понял, хорошо. Да, я понял. Давай. Лёха моется в тазике. Да, я понял. И кричит, чтобы мы подождали. Такая информация. Угу. Сука. Чё ты представил это? Так а чё, он из тазика не может, типа, играть? Крадится. Сидишь в нём и всё. Я не чувствую, знаете, подкрепа вот этой вот альта, боюсь, смотрю у Игоря на стриме, у Игоря в экране, значит, чел на балконе сидит и по мне стреляет, а Игорю похуй, он AFK в тарелочь, блять. Вот не чувствую поддержки, не чувствую, как-то, знаете, синергии, то есть, я не уверен вот вас. Я вот иду вперед, мне не важно, сколько их там, 4, блядь, 9, 40, мне похуй. Я вот не чувствую вас троих сзади, не чувствую ваше дыхание. Лёх, ну мы более тактичны. Зачем на убивать одного человека, если он приведет к своим тиммейтам? Я не чувствую, кто в крейде, Лёх. Парни, я хочу чувствовать вас сзади, парни. Ты уверен?
Звучит как-то двусмысленно. Когда я иду воевать, я хочу чувствовать вас сзади. Хорошо, Лёв, сори. Ты будешь чувствовать нас сзади. Ты в дропе? Иди, Паш. Давайте я пойду. В третьем бронике Андрюха идёт. Андрюха идёт первый с третьим броником. Андрюха, иди, не ссы. Дал. Хэх, да, кино. Лёх, иди, уйди нахуй. Уйди, блядь, она сейчас... Уйди, Лёх! Тихо-тихо, сейчас другая будет. Ладно, нормально. Андрюха, бери его. Блин, было прикольно, если бы сервер вмещал что-то 400, а не 500. Андрюха! Нокнул, прям около темы. Мужики. Ты самое веселье пропустил. Дайте хила. Блядь, кекса! Блядь! Да Лёха, ну ёб твудей, ну зачем? Блядь. Подними. Лёха, забери. Спасибо, у меня сайга много проблем. Нет, ты не сможешь, мне кажется, я умру, что очень далеко. Там есть машина на дороге где-то. Ебать, они все у меня здесь. Наискосок пробежать и будет. Парни, они все здесь, все у меня. А, у меня лута нет, просто я голый. Ребята. Четко. Так, ебаш. Ребята, они все у меня здесь, я случайно выключил микрофон говорил, дико извиняюсь. Ты их спалил, они на лесопилке? Да, они уже бегут за мной. Бэк, парни, бэк! Да какой бэк? Работайте, работайте! ХДМ всех! Отступаем, работаем по ним! Парни! Меня бьет челик! Работаем! Ух, блять, он был быстрее, чем я забыл оружие пересменить. Не, Андрей. Что? Я не хочу умирать! Help! Help! Это было про... Вот еще один, вон, на 105. Кто там следующий? На 105, давай я размотаю. Все, иди сюда, пошла драка. Это Спарта! Да, следующего хвата. Всего доброго. Зомби. Рассказывай. Постройка завершена. Дорога Андрей. Я готов. Бабочка с ребятами. Ты офигел? Покажи путь. Дорогой Петя, закончилось то время уже, когда мы играли в прятки с ребятами. XD, Кап, Роф, Лол, Рафлан, ебало. Спасибо большое за данное. Тихо. И вот сейчас. Все готовы? Бах. Укажи путь. Вопросы какие-то, ребят, или что? Алло. Алло, Андрюх, алло. Какие прибавить тебя? Лага. Что-то не слышно в курсе. Игорь, никаких вопросов нет. А, все, не слышно было что-то. Проси, о чем хочешь. Готово. Просто реально не было слышно, Андрюх, без обид. Мать, твой выход будет? Да. Из игры? Они собирают Феликс. До свидания, нахуй. Пулемет гейминг. Здесь мира начал. Вообще они боятся на 4К не имеют. Найс, манту нажимаешь, откуда снэпа, сучара. Не понял. Что это было? Не знаю. Да. Не ползи туда, Игорь. Окей. Сюда ползи. Давай, делай. Так тут это здоровяка нас выбит, не? О, я его развлекаю, все нормально. Он пилит Стас Кабач! Давай ты меня тут будешь поднимать. Поднимай тут меня. Поднимай тут. Сейф. Один. Ёбаный в рот, я видел смерть. Не понял, загорелся. За тачкой. Там с другой стороны. За тачкой. Пожалуйста. Я убью. У контейнера, у контейнера. На морозе, стоим на морозе. А у контейнера еще. Контейнер не вижу. Мерф, поднимай, всё. Поднимай, Мерф, меня. Пожалуйста, Мерф, меня, не его. Темнее в глазах. Ой. Ты чё? Ты чё, блядь, дебил? Господи, долагнуло. Какой он долбоёб. Ты там есть книжечку, просто нажимаешь и смотришь. Да. А может мы дракона вот этот?
А, или нет? Ну там один. Они собираются на минах, слышишь? Прям вообще все. Ёбаный урод. Есть же ж, есть же ж. Короче, Витян, вот скажи, зачем ты, блядь, взял Сларка? Тут есть охотник. На Сларка это кунка, у него есть корабль, а ты рыба. И есть еще морской зверь, Тайдхантер. А тем более еще Сларка контрит антимах. Бля, ну да все, это минус 3 мора, фоллоуа, все, пошел нахуй. Еблысь? Ну да, крит, конечно! Ебать, лакер ебаный, сука, крит, о! Блядь, 5 критов, ебать, 5 критов! 5! Ладно, все, успокоился. По-моему, с балкона ебашь. Он что, долбоёб, блядь? Фин добил. Красавчик. По-моему, с балкона ебашь. Ебать, это этот. Один за другом. Господи, он лутает. Жадный пидорас. Там граната что-то полетела, по-моему. Флеха. Ёбаный боевик, блядь. Да, они на лодке просто. Ей машина едет, машина едет. Принял. Флешка, твой был. Спасибо, Дэн. А! Извините. Ползу. Сона через 20 секунд ползу. Прикиньте, что ты с ними. Поползли, блядь. Камень, это огонь. Гранаты кидают, блядь. Вот они трое. Они банаты? Вот три дауна сидят, лежат. Да, я вижу. Блять, их трое. Так подожди, так они все трое в одной команде, дядя. Они расползаются в разные стороны, они все в одной команде. Можешь гранаты покидать как-то попытаться? Тихо. А это вот так убивай. Встал, он в тебя попадает. Изи нахуй!